Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала «Раз посылка, два посылка». Сегодня у нас розыгрыш, и мы разыграем красивый, мощный, компактный, стильный и очень красивый пауэрбанк с 3D-рисунком в виде панды. Это один из ваших любимых подарков, но этот аксессуар еще и нужный и полезный. Вот это видео, под которым нужно было написать комментарий, поставить лайк и быть подписчиком нашего канала с открытыми подписками для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше. И сегодня мы узнаем имя победителя, имя счастливчика и кому же достанется этот пауэрбанк. Но сразу напомню, что у нас еще впереди несколько актуальных розыгрышей. Через недельку мы разыграем нужный и полезный подарок для автомобилистов. И еще через недельку разыграем несколько подарочков и также для автомобилистов. Тот, кто не видел, пожалуйста, посмотрите. И совсем недавно, вчера вышло видео, где у нас будет на розыгрыш очень хороший, нужный, полезный, стильный подарок. Это смарт-часы Colme. Тот, кто еще не видел видео, обязательно посмотрите, поучаствуйте. Для этого нужно также написать комментарий, поставить лайк, быть подписчиком нашего канала. Ну а также делитесь видео с друзьями и со своими знакомыми. Ну а мы переходим к самому интересному, к подведению итогов. Для этого откроем видео и скопируем ссылочку. И вставим ее в рандомайзер Lisa On Air. И для того, чтобы узнать имя победителя, нам нужно нажать кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победительница, и это Елена Орлова с комментарием. Благодарю вас за ссылки, очень понравилась игрушка для кошки, магнитный конструктор. Благодарю вас за ссылки на товар, участвую. И мы вас от всей души поздравляем с этим замечательным подарком. Мы очень надеемся, что он вам пригодится, будет всегда радовать, напоминая о нашем канале. И всегда придет на помощь и выручит тогда, когда это будет необходимо. Надеюсь, что с таким пауэрбанком у вас всегда будет отличное настроение и заряженный телефон. А я напомню, как со мной связаться. А сделать это сейчас можно только через электронную почту, найти которую вы сможете во вкладке «О канале». Электронная почта открывается только в том случае, если вы заходите через компьютер. Участвуйте, мои дорогие друзья, и вам обязательно еще повезет. Думаю, что мы еще не раз вас порадуем такими красивыми пауэрбанками. А вы напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть среди призов. Очень интересно узнать ваше мнение. Еще раз поздравляем нашу победительницу и ждем связи. Всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале «Раз посылка, два посылка».